Вообще маркетинг – это то, с чего начинается продукт. Угу. Да, вот, кстати, про маркетинг. Маркетинг – это то, с чего начинается продукт. На самом деле, очень часто бывает, вот ты там напилил какой-то продукт, потом начинаешь планировать рекламную кампанию, ну, маркетинговую кампанию, да, в этот момент ты, наконец, в первый раз вынужден формулировать, собственно, что это за продукт, да, кому он нужен, какие ключевые этого свойства продукта вообще существуют, которые могут привлечь пользователей, и в этот момент ты вдруг осознаешь, что на самом деле что-то делал не совсем понятно, что то, что ты напрограммировал, продать это нельзя, да? А то, что наоборот можно продать, ты этого не запрограммировал. Поэтому я вообще советую, что первый шаг в разработке продукта – это спланируйте маркетинговую кампанию. То есть как вы будете его продавать. А потом уже, грубо говоря, просто реализуйте то, что… Ну, как Микеланджело, да, или кто-то, Микеланджело сказал, как стать скульптором, как сделать хорошую скульптуру. Да очень просто, да, возьмите кусок камня, отсеките от него все лишнее. Ну, вот и все, да. Вот здесь вот история такая, да, просто создайте маркетинговую кампанию, ну, а потом вот просто реализуйте то, что вы написали в своей рекламе. И, кстати, отсюда же и концепция минимально жизнеспособного продукта, который все… Ну, окей, не все, большинство просто перевирает как угодно, да, то есть с точки зрения большинства MVP, Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт, по-прежнему остается технологическим прототипом готового продукта. То есть MVP, вот все, мы реализовали же продукт, вот он работает, вот давайте я вам покажу, да, вот на телефоне, вот посмотрите, вот видите, кнопочка зеленая, красная, да, вот, вот на нее можно нажать, здесь появится, у нас есть MVP. Теперь расскажите нам, как, собственно, его продать кому-нибудь, да. Вот MVP – это не тестирование прототипа. MVP – это тестирование воронки продаж. То есть вообще это как раз идеальная ситуация. Ты рисуешь маркетинговую кампанию, пытаешься продать то, чего у тебя нет. Если это люди начинают покупать, значит, теперь можно делать, собственно, вот это. А если не начали продать, значит, можно и не тратить время и деньги. Вот, собственно, вот этот вот нулевой этап – разрабатываешь маркетинговую кампанию, то есть разрабатываешь MVP. Потом первый этап – реализуешь MVP, то есть реализуешь маркетинговую кампанию, не имея продукта. И только второй, третий, четвертый, пятый этап ты начинаешь уже делать то, что ты можешь и знаешь, и проверил, что можно продать. Вот это классический путь MVP. Поэтому партизанский – это маркетинг, я не знаю, не партизанский маркетинг. Его надо начинать вообще до разработки продукта. Это вообще есть продукт. Продукт – это не то, что мы делаем. Продукт – это то, что мы продаем. Это, собственно, тот ярлык, та этикетка. Поэтому продукт – это не то, что мы делаем. Продукт – это то, что мы продаем.